глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Зважаючи на все, тема «А нас за що?» буде актуальна останні півроку-рік. Тому продовжу розмову розпочато раніше. Ну, жодна критична маса населення ОРДЛО, Росії, на жаль, України, так і не вивчили формулу війни. Війна – це гра, в яку грають удвох. Тому то тут, то там спалахують обурливі питання «А нас за що?». Доведеться пояснювати, пише журналістка Олена Степова. Далі текст мовою оригіналу. Так что сегодня грубый разговор по понятиям с ОРДЛО, легкие разъяснения для мирных граждан и «Да что с россиянами разговаривать? Хороший русский, молчаливый русский». Сначала поясню, а нас за что для Украины. Нас, то есть Украину, за то, что мы не хотели быть ресурсом, рабами русских, кормить их, воевать за них, жить в унижении и быть уничтоженными. Нас, то есть Украину, русские убивают голодом, ракетами, бомбами и за то, что мы цивилизация, нация, имеющая богатейшую историю и корни, национальные традиции, мову, культуру. Мы – европейцы, свободные и цивилизованные, грамотные и талантливые. Нас, то есть Украину, убивают за то, что мы смело идем вперед и не хотим жить в заповеднике СССР. За то, что мы умеем любить и ненавидеть, покорять и вызывать восторг своими талантами и искренностью. Нас убивают за то, что мы убиваем в себе совок, маргинальность, лошистость, рвачество, тупость, хамство, рабство. На нас напали Россия и Беларусь, включая ОРДЛО, российских коллаборантов-сателлитов. Критическое большинство жителей России, Беларуси и ОРДЛО поддерживают убийство украинцев, разграбление и захват наших территорий. Потому что вот они, это как раз то, от чего мы так стремительно бежим, и то, на что мы так категорично не хотим быть похожи. Они – это гетто русского мира, гомосовок. Гомосовок не хочет жить в цивилизации, он хочет жить в говне и тюрьме, и тянет нас туда. Мы не хотим. Поэтому они готовы нас зубами рвать, убивать, пытать и насиловать, а еще грабить. Ведь же помойки Европы, как они нас называют, вдруг выяснилось, живут куда лучше кормильцев Украины. Поэтому Россия, ОРДЛО и Беларусь по нам стреляют. И на каждую нашу победу будет прилетать их ответочка. Соцсети ОРДЛО и России наполнены страстью и желанием нанести ядерный удар по Киеву. Каждая наша смерть вызывает там эйфорию. Знают ли они, жители ОРДЛО и России, что происходит в Украине на самом деле? Да, знают, понимают, осознают и поддерживают в критическом своем большинстве. Более того, считают действия России и российско-ордлынской армии мягкими по отношению к украинцам. Понимают ли жители России, ОРДЛО и Беларуси, что мы будем защищаться и имеем право на защиту, включая их убийство, нанесение ударов по их городам, воинским частям и объектам инфраструктуры? Нет. Нет, не понимают. И когда в их города привозят трупы их освободителей, когда в их города по их военным базам прилетают наши ракеты, они орут «А нас за что? Что мы такого сделали?» И пока осознание того, что война – это игра, в которую играют вдвоем, не придет на эти территории, ничего нельзя изменить ни в сознании людей, ни в сознании армии. Они там реально винят нас в том, что мы защищаемся от них. Они ненавидят нас за то, что мы защищаем свою страну и свои дома, своих детей и близких. Они реально не понимают, почему весь мир защищает и поддерживает нас, а не их. Они реально считают, что мы должны молча стоять и ждать, пока русские и их коллаборационисты будут нас убивать. Они негодуют и требуют от нас смиренности и покоры. Если стреляет и убивает их армия, это геройство, честь, отвага и правильно, пацаны, кроши укропов, не жалей укропышей. Мародерство – это победа и трофеи. Насилие – имеют право, укропки потерпят. Убийство мирных жителей – значит, было за что. 95% жителей ОРДЛО в России полностью поддерживает и оправдывает действия армии РФ, Путина и Кремля. Критическое большинство жителей ОРДЛО и России требует от Путина больше крови и больше оружия, больше насилия и больше бомбежек. Все вопросы – а если укропы ответят по нам, вызывает в России и в ОРДЛО смех и недоумение. А нас за что? Рука коротка. Да у нас самая крутая армия в мире. А вот здесь поправочка. Вызывали. Сейчас осталось только «а нас за что?». То, что у ВСУ рука не коротка, в ОРДЛО и на России уже поняли, усвоили и знают. В ОРДЛО уже наступает прозрение относительно «самая крутая армия в мире» в части российской армии. Последние «долбаните по укропам ядерными боеголовками и по Польше, и еще по Берлину» вызвали в соцсетях бурную негативную реакцию. «Ты что, хочешь воевать с НАТО? НАТО – это тебе не хохлов мочить».
Не понимает Вардло и факта того, что все их военные базы, растыканные коллаборационистами и русскими между жилыми кварталами Донбасса, уже давно цели, расписанные и внесенные в память пусковых установок. Бомбить Кременчук, Харьков, Одессу, Днепр, Киев – это Вардлынии «за». Это вызывает радость и слюнки через пьяную губу. Но когда прилетает к ним, а нас за что? До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.